Так, доброе утречко. Что-то я сплю посреди коридора. Здесь какие-то создания непонятные гуляют. Что-то спать лег. Что-то мне куда-то надо было, по-моему, идти. Только я забыл, куда. Может быть, дверь какую-нибудь открыть? Какая-то тишина. Нужно как-то отвлечь эту игрушку. Их вроде бы привлекает шум. Откуда ты вообще здесь взялся? Уходи! Стоит там непонятно как. Алло! Ты там долго стоять будешь? Ну, походу, долго там стоять будет. Ну, давай ты будешь стоять там, я буду стоять здесь. Блин, ну тебе-то жрать, пить и в туалет ходить не надо, а мне надо. Надо как-то разобраться с этим. Блин, я чуть не обосрался. Это что, ответочка была, что ли? Да нет, вроде. Что-то у меня с монитором вообще худенько все. Так, а там еще и второй идет. Вы там что, всей бандой собрались? Он еще и сюда идет, походу. Не надо сюда ходить, иди отсюда. Мне не о чем с тобой разговаривать. Да привет, да чё вы двое-то собрались на меня? Чё вы как нелюди-то толпой кидаете? Чё, по одному слабо, что ли? Один стоит, второй стоит. Этого еще отвлечь надо. Нужно как-то отвлечь эту игрушку. Их вроде бы привлекает шум. Иди ко мне! К ноге! Кошак! Да ё-моё! Шум. Надо создать шуму где-то. Пошумим, блин! Монетка! Уходи отсюда! Как ты меня вообще увидел, услышал? Подумаешь, я тут с фонариком в шкафу сижу, а ты чем занят? Вот направо туда и иди. Нужно как-то отвлечь эту игрушку. Их вроде бы привлекает шум. Фига, у меня реально здесь вспышки памяти, Вьетнам, блин. Блин, да как тебя отвлечь-то куда-нибудь подальше? Его, наверное, налево надо уводить, да и все. Пусть там стоит где-нибудь в коридорчике, своими делами занимается. А если я просто побегу? Братан, иди за мной! Игрушку. Их вроде бы привлекает шум. Шум привлекает. Пошумим! Ты что, там вместе со мной шумите, что ли? Да как мне тебя отвлечь-то, а? Там второй еще. Кошачьих дел мастер бежит. Ладно, понял, отстал. Надо налево увести его тогда. В сторону склада, где-нибудь там на складах и оставить, пусть там тусуется.
Только здесь кот еще гуляет, хотя бы кота бы не было. Давай, появляйся здесь уже. Нужно как-то отвлечь эту игрушку. Их вроде бы привлекает шум. Давай ко мне ближе. Спалился, блядь. Чё коридоры такие маленькие? Его куда-то бы завести попроще. И нормально бы все было. Шум привлекает. Может, что-нибудь генератор врубить? Нужно как-то отвлечь эту игрушку. Их вроде бы привлекает шум. Бог ты мой, блядь. Я что-то понять не могу, я вот что, паралитик, почему я бегать не умею, пробегая 10 метров, я устаю. Как меня вообще в охрану взяли, блин. Я из дома до магаза-то не дойду, блин. Нужно как-то отвлечь эту игрушку, их вроде бы привлекает шум. Ну, кошак теперь отлично. Давай лови меня. Отвлечь, отвлечь его. Шум привлекает. Нужно как-то отвлечь эту игрушку. Их вроде бы привлекает шум. Отлично. Вот кот-то откуда здесь вообще взялся-то? И как ты... Слышь, у тебя ключ-карты нет, ты как вообще двери открываешь? Дверь мне запили. Просто берет, открывает без двери. Так, блин. По-хорошему его бы налево увести. Только потом надо как-то мимо него пройти еще. Нужно как-то отвлечь эту игрушку. Их вроде бы привлекает шум. Так, и мимо не пробежать, и чё, и стоит посреди коридора, блин. Шум какой-то привлекает. А, стой! Всё, я понял. Я понял. Кошак, иди нафиг. Все, дошло. Дошло до меня. Ну откуда ты здесь вообще взялся? Иди на склад куда-нибудь, сходи. Ты уж определись, где ты находишься. То с одной стороны идешь, то с другой, то с третьей. Так, ты опять где-то. Я, главное, топнул, он за мной бежит. Не, если бы за мной бы такая фигня бежала, я бы бежал бы со всех ног, а не запыхался бы через 10 пробежанных метров. Блин, серьезно. Нужно как-то отвлечь эту игрушку. Их вроде бы привлекает шум. Так, все. Пойдем, у нас же планшет есть. Который не пашет нифига. Так, не, подожди, планшет пашет. Стой, а где-то же я какую-то фигню врубал, то ли музыку, то ли чё. Это со склада идет, возвращается.
Так, вот он, я стою. Так, а там сейчас кошак идет. Ты это? Так, я что-то не понял. Давай, давай, твою ж мать! Давай, твою ж мать! Давай, давай! Да ё-моё! Ну и чё, главное, отошел, музыку послушал, меня впалил моментально причем. Так, ну ладно, по крайней мере, съему понял. Нужно как-то отвлечь эту игрушку. Их вроде бы привлекает шум. Планшет. Блин. Че ты запыхался-то, а, блин? Так, а если я ползти буду? Давай, твою ж мать! Давай, твою ж мать! Да ё-моё! Да как ты сзади-то берёшься постоянно? Тебя даже сзади не было. Ты просто взял, появился из ниоткуда, блин. Был за 3-9 земель, там бы я оставался. Нет, блин, появился. А я здесь стой и ломай. Появляйся давай. Нужно как-то отвлечь эту игрушку. Давай. Их вроде бы... Потом с тобой поговорим. Короче, как я понял, вообще можно не заморачиваться. Можно просто... Че, серьезно? Можно просто подбегать, сразу сжать ее, и все, тебя никто не тронет уже, кто рядом, и у тебя начнется вот эта мини-игра для того, чтобы просто жать на клавиш. Вы серьезно, блин? Нужно как-то отвлечь эту игрушку. Их вроде бы привлекает шум. Кошак, лови меня быстрее! Отлично, молодец, что поймал. А то я думаю, долго бы здесь не стерпел. Так, появляйся. Нужно как-то отвлечь эту игрушку. Их вроде бы привлекает шум. Да что ты здесь делаешь-то? Нафига ты здесь? Не, ну появляйся ты на складе, на своем ходи, нафига ты здесь ходишь-то? Чтоб я по шкафам гасился, ждал, пока ты уйдешь отсюда, по 3-5 минут сидел. Давай лови меня сразу, блин. Че тут выжидать-то, блин? Смысл какой? Я балдею вообще. Орет ты, орет. Че ты орешь-то постоянно, блин? Нет бы, чтобы подбежать, просто разорвать. Подбежал и орёт мне в лицо. Блин. Мог пока бежать и орать с таким же успехом. Нужно как-то отвлечь эту игрушку. Их вроде бы привлекает шум. Надеюсь, он сейчас сзади меня не поедет, с каким-нибудь макаром там непонятно. Так, какой там... Все, пойдем. Не, реально, прям вот не заморачиваясь. Кота рядом нету? Сейчас кот появись. Давай, твою ж мать! Вот откуда ты здесь? Тебя что, коротнуло, что ли? Отлично, и в яму я теперь полетел. В яме теперь ночевать буду, что еще делать-то? Ху, блин. Ну что, кошмар, что ли, приснился? Обалдеть. Фига себе кошмарики. Не, надо переставать эти таблетки на ночь пить.
Обалдеть, у меня Дэнди даже есть. Он же NES. Так, а как запилить-то? Джойстик взять. Я, может, сыграть хочу. Донат старый, блин. Курточка мне не маловато случайно. Пивасик. Ну уже выпил пивасик. Чуть-чуть поделаешь-то теперь. Блин. А кто мне зеркало разбил? Как я теперь бриться буду, не знаю. Посмотрю, что я красавчик. У людей свет горит, даже вниз не хочу спускаться. Что нужно первым делом сделать после того, как встал посреди ночи? Правильно, в туалет пойти. Блин, да где у меня толчок-то? Снизу, наверное, все-таки. Пам-парам-пам-пам. Чё-то все двери в моем же доме закрыты. Офигенно у меня дом, я смотрю. А ключи я куда дел? Просто в собственном доме в комнату зайти не могу. Блин, показалось, глаза что-то смотрят. Офигенно, а как мне теперь в туалет? Че, блин, посреди зала, что ли, на коврик срать? Фига ковер. Прям за базар, у меня раньше дома такой же висел. Так, может пиццу, блин, а пиццу уже кто-то схавал. One Pizza. А чё ж не Фредди пицца? Так, книжка у нас тут какая-то. О, холодильник открыт. Вот говорю точно, соседи, походу, по ночам лазят, блин. Жратву у меня здесь воруют. Фига мне консерв сколько. Если можно готовить, переготовить ананасы. Или что это было такое? Персики, может, какие-нибудь. Непонятно. Так, я не понял, а кто мне окно разбил? Вообще смысла страх не чувствует. Да, конечно, какой ко мне страх чувствует, если я больше 10 метров пробежать не могу? Ну, кинут, я выбегу за ними. 5 метров пробегу и выдохнусь. Вот офигенно. Весь дом разнести так можно. Опять этот плащ здоровенный. Я, кажется, тебе ясно дал понять, чтобы ты не только забрал чертежи, но и устранил цель. Какую цель? Ты облажался, Джек. Исправь ситуацию, иначе твоя дочь не скоро вернется домой. Так, я не понял, а дочь ты мне с какого перебуга забрали? Это первый вопрос, а второй вопрос, откуда у меня дочь? У меня же даже дочери не было. Чертежи забрал. Офигеть. И дочурка что-то странно. Что она там под дождем гуляет? Дверь закрыта, перекрыта. На улицу бы выйти, хоть свежим воздухом подышай. Ну, конечно, все закрыто у меня в собственном доме. И света нифига нету. Ни Светы, ни Наташи, никого. Опа-на. Да чёрт. Блин, и сколько лет-то? Ну реально, ты на какой рост? 1.30 м, что ли? Ну походу на то. Откуда у меня дочка вообще? Долбаная амнезия, вечно нифига не помню. Так, блин, а сюда залез кто-то и реально похитил мою дочку. А если это вообще не мой дом? Мало ли где я чукаться мог. Рюкзачок.
с божьей коровкой. Ё-моё! Он еще жив? Пульс есть, но его нужно осмотреть. Нет времени, оставь его. Чьи голоса вокруг опять? Он же тут погибнет. Либо он, либо мы все. Голос в голове. Сейчас умрем мы в темноте. Лёха, смертник тут идет. Сейчас аниматроника найдет. Давай выходи сюда. Как я здесь взялся? Да кто вообще строил бы такой здоровенный коридор? Окошко кто-то разбил. Я, по-моему, тоже бы что-нибудь разбил. Обалдеть. Чё-то соседи вообще уже обнаглели, блин. Посреди коридора свои мусорные мешки выкидывают. Я походу луначь туда и обратно хожу. Окна все разбили тут. Да вообще дожился, мешки мерещатся. Причем одни и те же, блин. Надо мусор почаще из дома выкидывать. Блин, а что с небом-то? Почему небо красное? Блин, походу все. Говорю же, доктор, блин, одну таблетку на ночь, по две, по три не пей. Блин, надо слушать докторов, инструкции их. Нифига меня плющит. Ё-моё. Сейчас все начнется опять, вспышки памяти, Вьетнам. Так, надо убираться отсюда. Обалдеть. Ты на потолок-то как забрался? Не, ну серьезно, как ты там, на чем держишься? Тебя что там, на двухсторонний скотч, что ли, повесили? Судя по форме, такое чувство, что там трупы в мешках. Ну, как они на стенах висят, может, держатся как-нибудь. Братан, ты как туда забрался-то вообще? Нифига. Откуда у меня столько мешков для трупов-то? И вообще, зачем мне дома мешки для трупов? Интересно. Алло! Мне реально надо завязывать таблеточки. Отвечай, где моя дочь? Ё-моё! С базар отвечаю! Надо уходить из дома. Мне тут как-то не особо нравится. О, в подвальчик. Ну там самое место, мне кажется, мешки для трупов хранить заодно. Блин. Откуда у меня труп в подвале? Не, может, копов вызвать? Не, реально надо копов вызвать. У меня труп в подвале, на меня еще повешают. У меня амнезия, я не помню ничего, у меня отмазка есть. Не, подожди-ка. И что я им скажу? Приезжайте, у меня труп в подвале. И приеду, они же на меня повешут здесь, вокруг мои отпечатки. Скажи, как это вы не заметили, что у вас труп в подвале находится? Вы что, говорит, совсем что ли? Блин, надо от него избавиться. Может, его разрезать? Блин, а нафиг я его мешок-то запаковал? Ой, блин. Надо было хоть кровь, что ли, вытереть. Еще и бык у меня в подвале взялся откуда-то. Блин, прямо-таки лабиринтик Минотавра у меня в подвале. Только мне почему-то больше, я не знаю, какого-то термита напоминает. Бежит такой сразу. Ты, он походу свет видит. Обалдеть, серьезно? Так, давай выключим. А у меня нет фонарика, даже как я выключу. Сразу бежит и находит.
Ладно, ну тебя нафиг, я не знаю, что мне перед глазами, я здесь останусь, все. Спокойной ночи всем. Итак, здорово, народ, с вами, как всегда, был я, не выспавшийся Леха Смерти, который с утра встает, плотно кушает и потом в полусонном состоянии пытается запилить все-таки какой-то утренний ролик, при этом может долго сидеть тупить. По крайней мере, сюжет развивается, игра развивается дальше, выходит патчи, что сильно радует, исправляя какие-то баги, там, огрехи, разработки и так далее. Так, на это всех, не знаю, сегодня запилю еще один ролик или нет, мне кажется, там осталось-то пройти по факту совсем чуть-чуть этот самый первый эпизод. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и дизлайки. Всех ребят с добрым утречком. У меня на улице дождик, как у вас на улице с погодкой. Все, давайте, ребят, я даже не знаю, что больше сказать. Я пойду, наверное, посплю дальше. Давайте, всем пока, скоро увидимся. Так, ну и что сидим, кого ждем? Все за вас, что ли, делать? Так, жмем теперь на кнопочку подписаться, блин. Однозначно, потому что вам это надо, чтобы видеть все новые ролики. Потом жмем на колокольчик. И жмем сообщать мне обо всех новостях этого канала. И не забываем, подписка на канал Лехи Смертника повышает вашу потенцию. А если вы девушка, то ваша грудь станет еще больше. Помним об этом. Так, и ты что, думал, что это все, что ли? Конечно же, нажать на лайк. Нужно всегда жать на лайки, чтобы Леха выпускал больше новых и качественных видео. Не забываем об этом. Так, и ты что, действительно думаешь, что это все, что я тебя просто вот так ты возьмешь и отделаешься? Пиши в комментах. Леха, как же ты уже залез в мое сердце со своими просьбами все-таки, блин, сказал бы я. А кто сделает репост, тому вообще отдельное вознаграждение. Помни, что ты лучший мой подписчик. А теперь сверху справа ты можешь посмотреть мое самое новое видео. Справа снизу посмотреть самое подходящее. YouTube думает, что это видео специально для тебя. Снизу слева я не знаю, там, наверное, фигня какая-то. А сверху слева, если нажмешь сюда, то ты подпишешься на мой канал. Так что действуй, брат. Помни, я всегда с тобой, а ты всегда со мной. Все. Всем пока. С вами был я, Леха Смертник.